Всем привет! Это канал Parfum for Men. На этом канале мы говорим о парфюмерии. И сегодня этот ролик будет таким комбо, два в одном. У нас будет распаковка. Вот в этой коробке, в этой посылке находится одна из моих парфюмерных мечт, которая сбылась, которая реализовалась, я надеюсь. Я пока еще не открывал эту коробку, но я уверен, что все хорошо. Ну и заодно мы посмотрим, как там все упаковано, как там все красиво или некрасиво лежит. Усаживайтесь поудобнее, давайте будем начинать. Как вы уже, наверное, заметили, эта посылка мне пришла с сайта oriental.ru. Мне кажется, что название вот этого интернет-магазина нужно произносить именно с таким, как мне кажется, не знатоку французского языка, но мне кажется, что по-французски должно как-то так быть. Oriental.ru. Я рад, что я познакомился с еще одним магазином, интернет-магазином парфюмерии. И сейчас мы посмотрим, как там все упаковано, я обо всем вам расскажу, а вы можете заглянуть в инфобокс и прочитать всю информацию, касающуюся того, как можно вот в этом магазине oriental.ru приобрести парфюмерию и другую продукцию со скидкой по моему промокоду. Я раньше боялся приобретать что-либо в интернете и покупал все в офлайне, а потом все-таки раскусил и... Ну, практически я ничего сейчас в офлайне не покупаю, за исключением, может быть, каких-то люксовых ароматов, потому что иногда бывает, что люкс в офлайне стоит дешевле. А что касается дорогого люкса и дорогой ниши, дорогой люкс, я имею в виду каких-то приватных линеек у люксовых марок, или, например, той же марки Tom Ford, то в интернете всегда получается дешевле. Вот, ну такие философские небольшие отступления, ребята. Давайте открывать эту посылку. Загляните в инфобокс, потому что в инфобоксе я вам оставил свой промокод на покупки на сайте oriental.ru. Там все подробности, сколько действует промокод, какую он скидку дает. Загляните в инфобокс и, как говорится, приятных вам покупок. Ну а сейчас давайте смотреть, как это все запаковано. Пришло достаточно быстро все. Я заказывал через СДЭК. Там есть несколько вариантов заказов, но я сейчас даже не скажу, какие там есть еще. Зайдете на сайт, посмотрите. Просто мне всегда удобнее СДЭКом. И вот такая посылка. Где-то, наверное, дней 5, может быть, чуть больше она шла из Москвы до Новосибирска. После заказа мне позвонила девушка сайта oriental.ru, из этого магазина, позвонила мне девушка, уточнила, все ли она правильно увидела в заказе, и, собственно, на следующий день, а может быть, даже в этот же день, я вот сейчас, ребят, боюсь вас обмануть, потому что событий в жизни происходит много, в общем, достаточно быстро все было отправлено, и я заказал вот этот вот аромат, ребята, поэтому... Моя мечта сбылась. Tom Ford Costa Azura в концентрации Parfum. Я, конечно, хочу еще в концентрации Eau de Parfum, то есть не в духах, а в туалетной, в парфюмированной воде. Вот. Но вот эту версию я почему-то желал больше. Что тут из подарков у меня есть? Ух ты! У меня есть миниатюра Armani Privé. Теперь круто. Слушайте, это очень хорошие подарки. Я не знаю, может быть, мне так повезло, а может быть, в принципе, хорошие такие подарки в эти коробочки вместе с заказом кладут. Вот это я заказал. Это Cartier La Panthère. Я заказал сознательно. У меня была возможность выбрать один из подарков, учитывая стоимость вот этого аромата. И это я заказал сам. Мне нравится, на самом деле, Пантера от Cartier. Это аромат, да, он же женский, а он стоит на женских полках или стоял, я не знаю, по-моему, Cartier ушли сейчас из России, я их что-то не встречаю в офлайне. Вот, слышите, у нас там полиция. Полиция уже едет. А может быть, микрофон не улавливает, но у нас там сирены воют за окнами. Мне нравится Пантера, мне нравится, как она звучит. Я
не вижу этот аромат на себе, но почему я его выбрал в качестве подарка? Потому что мне этот аромат нравится обонять. И я думаю, что иногда я буду этим ароматом так слегка где-нибудь в том месте, где я работаю, побрызгивать, чтобы получать удовольствие самому. Ну, либо, может быть, как-нибудь гуляя с собакой, когда никто не видит, я нанесу на себя этот женский аромат и с ним пойду. А и еще один подарок – это пробник, миниатюрка такая небольшая. Нет, все-таки пробник, правильно называть это, от марки Essential Parfum. Мне нравится марка Essential Parfum. Мне кажется, что это честная нишевая такая парфюмерия по честной цене, потому что не очень дорого по нынешним временам, так очень доступные деньги стоят парфюмерия от этого нишевого бренда, от этого нишевого дома, будь они неладные эти русские окончания. Ароматы достаточно простые, они такие природные, они из большого количества натуральных компонентов выполнены, о чем марка сообщает на каждом из флаконов каждого аромата. У них очень прикольная упаковка из такого переработанного картона. В общем, все в модных таких современных трендах, в трендах сохранения природы, окружающей среды, уважительного отношения к тому, что нас окружает. И большое количество, повторюсь, натуральных ингредиентов в каждом аромате. Вот здесь мне положили пробник Fig & Fusion от парфюмера Натали Лорсон, выпущенный под брендом Essential Parfum. Мне нравится этот аромат Fig & Fusion. Он есть у меня в полноразмерном флаконе. Если бы я знал, что в этой упаковке лежит этот пробник, я бы достал полноразмерный флакон, показал бы, как он выглядит. Вот. Мне нравится, как звучит фига в этом аромате, как звучит инжир в этом аромате. На мой взгляд, это один из самых таких галантных инжиров в парфюмерии, конечно же, из тех, что я пробовал. Этот инжир здесь соседствует с такими чайными нотами, и я здесь слышу ноты черного чая. Я вам рассказываю, просто я хорошо знаю этот аромат. И позже в нем появляется такая подкраска, такой оттенок сандала. Поэтому, если вы любите сандал, многие просто не любят сандал в парфюмерии, а в этом аромате он заметен. Если вы ищете красивый инжир, обратите внимание на этот аромат. Он очень классно звучит в прохладную, легкую, такую прохладную летнюю погоду. Очень классно звучит. Он достаточно стойкий. И он очень такой деликатно ненавязчивый, но при этом слышный. В общем, это классный подарок. Это классный подарок, особенно для знакомства. Поэтому oriental.ru, большое вам спасибо. Здесь у меня лежит еще чек. Накладная и чек. На ту сумму, на которую и планировалось. Ну, в смысле, все честно указано, как есть. Вот. А теперь, ребята, мы переходим к распаковке вот этого аромата, и вы увидите, как я это делаю, учитывая все бзики, которые во мне есть, когда я получаю новый парфюм. Я достаю вот такой канцелярский нож и открываю аккуратно, ну, как мне кажется, достаточно аккуратно, фольгу, срезая только верхнюю часть с коробки, для того, чтобы вот такой вот прямоугольник, или в данном случае квадрат, получился, и вся упаковка у меня остается как будто бы целая, ну и целая на самом деле, и только верхняя часть со срезанной вот этой вот, опять же, частью фольги, слово вылетело из головы, фольга, вот. В общем, загляните в инфобокс, там про oriental.ru я все написал, и найдете там мой промокод. Ну что, Oriental, мечта сбывается. Ребята, удивительная марка Tom Ford. Я, когда мне задают вопрос, какой бы я аромат оставил, один единственный, не аромат заговариваю сегодня, а какой бы бренд я оставил, один единственный на всю жизнь, вот ароматы какие угодно, но только от одного бренда, я всегда, не задумываясь, отвечаю, что это марка Tom Ford. Во-первых, потому что у Тома Форда какая-то невероятно богатая линейка. Там ароматы есть совершенно разных направлений, и можно покрыть все свои хотелки, если у вас есть все ароматы марки Tom Ford. Во-вторых, они настолько филигранно, настолько качественно, настолько безупречно сделаны, что комар носу не подточит. Они
транслируют совершенно разные настроения. Захотели вы погрустить, есть ароматы для грусти и печали у Тома Форда, для медитации. Грусть и печаль – немножко нехорошие термины. Захотели вы радоваться в жизни, пожалуйста, есть ароматы для радости в этой жизни. Есть ароматы для свиданий. Все это условно, понятное дело. Аромат, он и есть аромат, зачем его к чему-то привязывать? Но так уж принято, да, для того, чтобы настроение, которое заложено в каждом из флаконов, подчеркнуть. Так принято говорить, что вот этот аромат – летнюю жару, вот этот аромат на свидание, вот этот аромат, ребята, Коста Азура в концентрации духи, он для меня является ароматом, который мне дарит настроение той жизни, о которой я мечтаю. И сейчас не подумайте, что я пессимист, скорее реалист, и к этой жизни я вряд ли когда-нибудь приближусь. Вот, во всяком случае, в ближайшем будущем. Смотрите, какое оформление у флакона, прям такое золото, да? Вообще золото – это всегда что-то такое, ну, сильно яркое, отталкивающее для меня, что-то такое, в некотором смысле, даже китчевое. Но вот как они покрасили этот флакон, это, конечно, вызывает, ну, как вам сказать, даже не вызывает восторг, а заставляет переосмыслить, что не все вот такое вот золотистое может выглядеть китчево. Ну что, давайте нанесу и расскажу вам про ту жизнь, которую дарит мне этот аромат. Я понимаю, что я никогда не буду сказочно богатым. Я не родился в семье богатого отца и богатой матери. Ай, какой он классный, какой он кайфовый, какой он красивый. Но когда я приобретаю какие-то ароматы, то, во-первых, я прикасаюсь вот к этим дорогим маркам, от которых я могу купить себе только ароматы. Я не могу себе купить костюм от марки Tom Ford. Я, конечно, могу, если продам машину там, или возьму кредит, я могу. Но зачем? Я же хочу потратить деньги и не скукожиться при этом. Но вот прикоснуться к этой какой-то роскошной жизни я могу, приобретая ароматы. И вот в частности ароматы марки Tom Ford. А конкретно вот этот аромат Коста Азура, он, ребята, вот мне хочется, просто я сейчас работаю на камеру, я говорю вам в камеру, но вообще мне хочется закрыть глаза и перенестись вот туда, куда меня уносит этот запах. Это действительно какое-то побережье. Это очень яркий день. Это такие не в большом количестве облачка, которые есть на голубом-голубом небе. Я в каких-то белых таких одеждах. Иду по берегу. Рядом пришвартованные яхты. Белоснежные. И я весь такой никуда не спешащий. В красивой белой одежде. С дорогими часами. В удобной обуви. Откуда-то доносится легкая музыка в стиле лаунж. Я иду мимо этих яхт. И иду я мимо этих яхт, потому что одна из этих яхт моя. Я захожу на палубу этой яхты и никуда совершенно не тороплюсь. И я сажусь в какой-нибудь шезлонг, который у меня есть на палубе. И перед тем, как отчалить от берега, просто любуюсь то красивыми людьми, которые идут по этой же набережной, то красивым морем. И вдыхаю настроение вот этого потрясающего аромата Tom Ford Costa Azura. Он пахнет свободной жизнью, богатой жизнью и в правильном количестве беззаботностью. Ноты – это скучно. Мне гораздо больше нравится описывать ароматы именно вот ассоциативно, какое они настроение дарят. Ну, ноты так ноты. Это пахнет морем, это пахнет свежим морем. У версии Parfum какая-то очень такая скупая пирамида, я ее сейчас абсолютно не помню, но если посмотреть на версию Eau de Parfum, то там прямо, знаете, такая палитра нот. А здесь как-то совсем немного нот заявлено. Но я здесь, невзирая на то, что, насколько я помню, здесь не заявлена нота моря, вот морские ноты не заявлены, и ноты соли здесь нет, здесь чувствуется такая холодная нотка соленого моря, вот прям такие морские настроения именно соленого моря. Здесь чувствуется какая-то такая воздушная свежесть, вот именно та свежесть,
того воздуха, который можно вдохнуть именно на морском побережье, находясь. Здесь чувствуется очень такой яркий цитрусовый старт, который достаточно быстро смешивается вот с этим самым морским, немного холодным, соленым морем. И здесь чувствуется легкий-легкий такой ветерочек, нот кипариса. Красиво, ребята, это очень красиво. И я... Ой, как он стал играть вообще. Вот в нем прям как-то, знаете, прям все переплетается. И вот эти цитрусы, которые никуда не ушли, хотя цитрусы достаточно быстро уходят. И вот это вот соленое море здесь. И вот этот вот кипарис, какие-то оттенки древесных нот. И все это прям как будто бы наполнено воздухом. И вот этим легко дышать, прям очень легко дышать. И вот она та яхта, вот оно то море, вот она та прекрасная жизнь. Ребята... Я обязательно включу этот аромат в какую-нибудь подборку своих любимых летних ароматов. Я очень рад, что моя мечта сбылась. Ориенталь, где моя коробка? Вот моя коробка. Большое спасибо за начало нашего взаимодействия. Может быть, оно будет продолжительным, время покажет. Но пока... Все очень красиво и замечательно. Спасибо вам большое, друзья, что вы посмотрели этот ролик. Не берегите ароматы. Не берегите ароматы. Не откладывайте их на какой-то там специальный день. Вот вы идете на работу, например, вы какой-нибудь... Все равно мы уже долго сидим. Можно я себе позволю немножечко еще поразглагольствовать? Вот просто вы работаете в каком-нибудь офисе с какими-то коллегами, хорошими коллегами или вредными коллегами, какими угодно. И вы понимаете, что на следующий день вы тоже придете в этот офис, и день будет практически таким же, каким он был вчера. Но если вы... в каком-то красивом аромате, а-ля вот этот вот аромат Коста Азура от Тома Форда, то в свой обеденный перерыв вы обновляете на себе этот аромат. Возьмите в отливанте себе, отлейте, вы обновляете, чтобы не таскать весь флакон. Выходите на улицу, и вот в этот час, пока у вас есть обеденное время, вот в этот час, выйдя на улицу своего города, вы, вдохнув этот аромат, перенесетесь туда, где вам, возможно, хотелось бы сейчас быть. К морю, к пляжу, к яхте, к беззаботной жизни. Все, ребята, обожаю ароматы, которые вызывают вот... Ох, еще больше соли стало, ребят. Как мне нравится, что он прям такой соленый. Это кайф. Очень круто. Спасибо большое. Пока.